с вами Лина. Сегодня я буду смотреть страшное видео. Ну, вот наше первое. Это он делает то, что... Просто у него звонки, у него водители, там пассажиры, они, например, пассажиры, а где водитель, там что-то, говорит, он это водитель, а ты где, ё, водитель, говорит, а где пассажир, говорит, ты с ним сам созванивайся, включай голос, там, говорит. У него вообще водитель, я так понимаю, что тоже у него все разные. Слушай, а как он это самое, столько что-то купил? Как, зарабатывает. Сейчас пойдет второе видео. Купил и... Ну, начиналось, что у него вообще один был, а потом два. Как, у него получается деньги идут, он вкладывает. Я имею в виду, что у них кредит, он так, наличный, да? Понятно, не знаю. Ладно, я пошла, мне надо просто дальше. Назовет. Ну, все страшнее и страшнее. Ну, машина его видит, как сбили. Вот сбили. Приземляется в магазин, наверное. Он просит что-то бесплатное. Дальше страшное видео. Вот это страшилка, да? Видите? Ну, можно не смотреть, как, если кому-то страшно. Все страшнее и страшнее. Вы видели, что было? Даже лайк. Уже тут какая-то полосочка убралась. Но это не последнее. Как скажете, идем дальше. Ищем что-нибудь страшное или нет? Ну, как вы хотите. Смысл, конечно, снимать не было совершенно... Пока-пока, с вами была Нина. Пока.